ошибаюсь? Нет, у нас есть. Ну, давайте проверим это. А чтобы это узнать, давайте сыграем мою любимую игру. Я смотрю, некоторые уже стоят в кружочек. Это хорошо, потому что одной из основ моей игры как раз таки все встать в кружочек. Ребята, давайте все ставим дружный хоровод. Ручки были, вы все дружно поднимите ручки. Хорошо? Я не слышу. Вот это настрой! Диджей, будь наготове. А когда я спрошу... Ребята, ручки у нас были? Были! А плечики были? Да! Какие молодцы! Смотрю! А мои любимые коленочки были? Да! Ух ты, и они даже были! А наши ушки были? Да! А, не были! Ну, наверное, мы их забыли. Ну, ничего страшного. Берем соседей за уши! Только осторожно, не тянем, не тянем. Все взяли? Давайте сюда вот. Вот так вот, но мы, к сожалению, не уши. У вас они есть. Все взяли? Молодцы, ребята. Диджей. Слышать рёв антикварной дуды. Это возможно, но я по волосам. И звук орубы на прекрасный топ-сам. Я повторяй, заблудил. Именно так, руки за дуру, руки вперёд. Лёгкий круг, что на тебе поворот. Эй, слава! Эй, мы с нами! Ну, вы что, я вам пока что не отдам. Да-да-да. Я пока его поставлю. Ребята, а вы знаете, что вот эта вот шляпа, она не простая, а она волшебная. Она творит всякие-всякие чудеса. Вот мы с вами сейчас будем творить чудеса. Будем колдовать. Но нам нужно выучить одну фразу. Раз, два, три. Чудо сотвори. Запомнили? Сейчас будем колдовать. Так, готовы? Колдуем! Ой, а там что-то произошло. Что-то интересное. Сейчас попробую достать. Секунду. О! Ой, а что это такое? Шарик? Я знаю. Какой у нас год наступил? А год кого? Собаки. Сейчас я попробую сделать собаку, да?
тебя Фрося. Вот, ребят, я вот пришел, с вами тут песенки попел, и я был вам представиться. Меня зовут Шляпник, и я прибыл к вам из Озеркалья. Вот, мы тут с вами познакомиться. Ой, все такие красивые. Ой. Ой, что это такое? Ой, что-то страшное будет, страшное будет. Ой. Шляпу искал, а прибыл сюда из-за зеркали. Вот. В общем так, никакого праздника у вас больше не будет. Как и, это? Знаете что? Новый год отменяется. Отменяется, ребята, Новый год. Как это отменяется? Ха-ха-ха. Да. Видите, что у нас есть? Это не простые часы, они волшебные. И сейчас мы остановим время. Раз, два, три. Получилось? Да, получилось. Ну-ка, сколько времени сейчас, Шляпа? О, 11:10. Время пить чай. А сейчас? 11:10. Время пить чай. Ой. Вот и все. Новый год никогда не настанет, и вы будете ходить в свою школу, будете учить I'm a gentleman.
победил, но просто так мы во время не вернем. А ребята, сейчас... давайте мы станем большой-большой хоровод. Вдруг они так нам отдадут на Новый год. Давайте, давайте, большой-большой-большой хоровод. Какой ты наивный, загадки таланты простые, загадки пиратские, запутанные. А у нас ребята тоже непростые, так что давайте нам свои загадки уже. Ну давай. Кто грызет на ветке шишку? Ну конечно это. Мимо уля проходил косолапый. И капризно, и упрямо в детский сад не хочет. На детской ночь у бани мама варит суп. Говорит нам папа басом, я люблю печенье. Все, отгадали вы ваши загадки? Я же сказал, что мы непростые. Все равно во время не вернем. Ребята, а помните, как мы с вами зиму показывали? Помните? А давайте мы на них подуем. Давайте все дружно. Ой, дуйте. Что же вы делаете-то? Ага, видели, да? Они боятся мороза. Ну-ка, ребята, а кто у нас любит мороз? Все любят. А еще мороз любит наш дружный снеговик. Давайте позовем Олафа. Мы же верим в Деда Мороза, правда? Давайте все дружно будем его громко-громко звать. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Слышите? Он, кажется, уже идет. Я слышу бубенцы на его сане. Он едет. Счастливы, друзья! Вам от души вас поздравляем и Снегурочка, и я! Вам на праздник новогодний! Мы пришли издалека! Шли сюда домой надолго! Через льды, через снега! Были в селах, города! Были в школах, в детсадах! Поздравляем мы подряд! С Новым годом всех, ребят! Здравствуйте, ребята! Что-то я плохо слышу. О, ребята, а как настроение-то ваше? А давайте еще громче крикнем. Молодцы! Здравствуй, Ола. Здравствуйте, Дурка. А вы с детишками игрались? Да. Ой, ребята. А детишки?
девочки радовались, смеялись, веселились? Да! Да! Ребята, давайте попробуем петь нашу песню. Да! Веселились! Ну хорошо. Что там ты, Вов, не договариваешь? Дедушка, есть одна проблема. Я принес деткам новогоднее настроение в том большом мешке, который ты мне давал. Я поздал водам за елочкой. Дедушка, украли, дед, украли! Мешок наш украли с радостью! Ничего страшного, ребятки. Я знаю, что нужно сделать, чтобы мы все порадовались. Посмотрите, какая елочка у нас грустненькая стоит. Обязательно нужно что сделать? Зажечь нашу елочку, правильно? А чтобы елочку зажечь, нужно постараться. Все движения повторять и не ошибаться. Правой ножкой топнуть. Топнуть правой ножкой. Щекам надутым хлоп. По щечкам хлопком надутым. Рукой елки помахать. Машем наши елочки. Заклинание сказать. Ну-ка, елка, улыбнись. Ну-ка, все дружно. Ну-ка, елка, улыбнись. Ну-ка, елка, встрепенись. Дружно. Раз, два, три! Наша елочка горит! Кто-то, видно, не кричал, кто-то, видно, промолчал. Дедушка, я знаю, кто! Это родители вон стоят, бездельничают, в инстаграмах сидят и помогают нам зажигать огоньки на елочке. Ну-ка, родители, все дружно! Раз, два, три! Oh,
Правильно, ведь на Новый год же у всех должно быть новогоднее настроение. Правда ведь, дедушка? Правда. Вы можете оставаться. Есть один вопрос. Где волшебный мешок вы спрятали? А, это мы сейчас, сейчас. Да, украли мы мешок. Виноваты. Но мы больше так не будем. Вы уж простите нас. Ну что, ребята, простим наших пиратов? Да! Оставили с нами на празднике? Да! И они, наверное, точно добрыми станут. Ой. Вот он мешочек с радостью принесли, ура! Интересно, а что же в этом мешочке? Мне кажется, это новогодние чудеса. Ребята, вы готовы к новогодним чудесам? Да! Тогда сейчас все-все-все закрываем. Все. И вместе со мной считаем до 10. Давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. С Новым годом! А теперь
Простите.